День полезной еды. Он был веселый, и мы бы ели полезную еду и были немного больше. Нет клоунов, потому что где там смешные клоуны, и еще дали всем подарки и смешат всех. Вот я придумал праздник котят. Чтобы я нарядила елочку, сдал подарки от Деда Мороза. Смотрел в окно, как летит Дед Мороз. Олени, как там его везут на санках летающих. День мармелада. На него бы строили мармеладное чучело, сжигали бы его и ели мармелад. День матери. Хочу день бабушек, потому что бабушки хорошие, и был праздник с тортиком и шариками. Праздник цветов, он был ярким, радостным. Я хотела быть Новым годом. День цветов. Карнавал семьи, чтобы все семьи собрались, сидели за столом. День кота. Я бы придумала новый праздник Ледяного, чтобы было там много хлопушек, тортики. Веселым, с хлопушками, фейерверками. День масок, потому что есть маски веселые, то грустные, то плачут маски. Там бы был, где костер, жарят что-то, разговаривают, можно в дом зайти поговорить тоже. И этот был праздник, назывался День переговорок. Праздник веселья. Много шариков, много цирковых номеров. Тот день, где просто не нужно ничего делать, а просто лениться.